Привет, ребята, и это Шара Летсплей. Прошло уже ровно неделя, как вышел второй наш выпуск, и за это время в игре произошло множество изменений, о которых пойдет речь в сегодняшнем нашем видео. Что ж, не буду томить, давайте же скорее побежим смотреть. В Шарараме наконец-то растаял снег, а это значит, вскоре побегут ручейки, запоют птицы, и мы вновь оденем на себя футболки, толстовки и побежим играть в футбол или загорать на пляже. Интересно, а как обстоят дела с погодой в вашем городе? Делитесь в комментариях. После прогулок по Шарараму отправляйтесь в пиратскую бухту, ведь Джо Ворон устроил настоящий чемпионат по пряткам. Самые смышленые смешарики за помощь в поисках сокровищ Джо подарит крутые подарки, а именно фон «Жизнь Корсара», пиратские сокровища в доме, капитанский мундир и настоящий кубок Корсара. А если вы хотите получить жетоны быстрее, то вы можете приобрести их за румбики. А после поисков сокровищ вы можете полакомиться вкусными блинчиками на площади у больнички, но для этого необходимо наладить тестопровод. Помогите великану напечь блинов, а за помощь нас наградят блины с Мишуткой. Вот так, кстати, она выглядит. После плотной трапезы вы можете отправиться в дом мод за новыми обновками, ведь художники подготовили классные наряды, которые вы можете приобрести. Вот так они выглядят. А знаете ли вы, что 3 марта празднует свой день рождения самый мудрый ворон – Каркарыч? Именно поэтому в свой праздник каждому смешарику именинник дарит розовую жилетку, а также вы можете приобрести вещички на классной распродаже. А самым ценным подарком на распродаже стал легендарный домик, который, кстати, имеет две комнаты. Рекомендуем к приобретению. Кстати, ребята, также в Шарараме стартовала акция «Хит Шарарама», где вы можете приобрести легендарный рок-хит, а в дополнение к комплекту вы еще получите стильную прическу зебророкера. Но только поторопитесь, ведь набор одежды можно приобрести до 7 марта. И не забывайте играть в Царь Горы на Умной Горе. А на этой неделе вы можете получить милого зайчика Зою и множество других ценных призов. А на этом наше видео подошло к концу. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам нравится такого рода формат, то оцените это видео лайком и подпиской на наш канал. Дальше интереснее. Всем пока!